Еще несколько дней назад Артур Лешкенов был в городе Раменска и участвовал в схватке за первое место. На первенство ЦФУ он отправился впервые, до этого участвовал только в соревнованиях. На легкие схватки он и не настраивался, говорит, знал, что будет тяжело. Так и получилось. Юноша рассказал, что особенно запомнилась финальная схватка. В финале долго боролся, в основное время не вывели победителя. Потом в Golden Score, там, до первой решающей оценки, где-то через минуту выиграл я. Было тяжело достаточно. Как результат, победа в своей весовой категории, золотая медаль и путевка на первенство России по дзюдо. Всего рязанцы привезли 8 медалей. 2 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Также горожане выиграли 7 путевок на первенство России. От Рязани на соревнования отправились многие воспитанники клуба. По 6 человек в каждой весовой категории. Чуть ли не единственную сложность при тренировке наложили ограничительные меры, говорит тренер-преподаватель Сергей Батько. В остальном подготовка была самой обычной. В целом сборная команда тренируется по своему плану. К таким первенствам особо не подводимся, то есть специальных подготовительных нет у нас упражнений, то есть готовимся на первенство страны, а это как этап отбора воспринимаем. Алексей Лебеденко тоже участвовал в первенстве ЦФО впервые. Свое золото он пока не получил, только бронза. Проиграл в полуфинальной схватке своему одноклубнику. Однако победа в стыковой встрече тоже обеспечила ему путевку на первенство России по дзюдо. Сейчас у нас подготовка. Вот приехали ребята с Украины. На барывание готовимся, оттащим свою технику и настраиваемся на результат. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к предстоящему первенству России по дзюдо. Кто-то уже уехал на сборы, другие восстанавливаются после травм. Тренировки у спортсменов проходят практически каждый день, отдыхая только по воскресеньям. Но путь к победам простым никогда и не был. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».